встречи в новом формате. Министр образования Краснодарского края провела видеоконференцию в социальной сети. В разговоре Елена Воробьева ответила на все волнующие вопросы учащихся и их родителей. В ходе беседы министр отметила, что перевод на дистанционное обучение никак не повлияет на оценки учеников. Оценки, во-первых, у них уже накоплены первое, во-вторых, это будет не тотально по всем предметам, а в-третьих, есть норма, которая высчитывается, вот она и будет определена, собственно говоря, по итогам года. Я думаю, что отметки должны в первую очередь волновать, наверное, наших старшеклассников и поступающих в другие учреждения, это 9 класс и 11 классы. Сегодня все учебные учреждения краевой столицы переведены на режим дистанционного обучения. На онлайн-конференциях студенты и школьники впитывают знания не хуже, чем на обычных уроках.